жалко, а ты же раньше был членом профсоюза. Я тогда бухал. Алло? Да? Мам, да конечно я иду, иду, просто на меня в лесу волк напал, пирожки все съел. Сейчас я вернусь обратно за пирожками. Все, пойдем со мной. Я дороги не знаю. А я тебе покажу, держись за меня. Ну я тебя боюсь. Возьми меня за талию. А где у тебя талия? Погадайся, ну! Здесь? Нет, здесь она только начинается. Пойдем, я тебе покажу. Расскажу про союз, это потом. Всего 1%, понимаешь? Надо унести их нашей бабушке. Мы единственные, кто у нее есть. Мы для нее надежда и опора. И поэтому я хочу выпить за нашу бабушку. Я побежал. Кстати, мама, я давно тебе хотела сказать. Ты такая классная дочь. Ты так заботишься о своей маме. Дай Бог тебе здоровья, счастья. Пусть будут похожи на тебя. Поэтому я хочу выпить за тебя.